богатый местечковый еврей, как всегда было в местечках, и у него куча, естественно, бедных родственников. Один из них приходит к нему и говорит: слушай, помоги. Он говорит: а сколько тебе дать? Он говорит: понимаешь, сколько бы ты мне ни дал, все равно будет мало. Возьми мне лучше в свое дело. Он говорит: хорошо, что ты умеешь делать? О, я могу по-любому случаю, в любой ситуации дать дельный совет. Он говорит: прекрасно. Давай-ка на пробу, дай-ка мне один совет. Он говорит: нет проблем, а какой? Он говорит: ты мне, пожалуйста, посоветуй, как повезли, выставить тебя за дверь.